Время охлаждения может быть повышенное давление и воду выбросить с большой силой, а это кипяток. Проверить масло в картере двигателя, проверить натяжение ремня вентилятора и при необходимости отрегулировать его. Ну а сколько осталось топлива? Может быть, требуется дозаправка? На такой мерной линейке ничего не видно. А если осветить бак спичкой? Взрыва не избежать. Емкости с горючим открытым огнем освещать запрещает. Чтобы следы топлива были хорошо видны, на линейке просверливают небольшие отверстия. При заправке нельзя проливать топливо. От соприкосновения с горячими деталями двигателя или от искры в магнето может произойти воспламенение. Чтобы избежать пожара, заправку, особенно бензином, нужно производить аккуратно и по возможности закрытым способом. Теперь можно было бы пускать двигатель, но учащийся не проверил положение рычага коробки передач. Пуск включенной передачи вызовет движение трактора. Это опасно.